Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И я уверена, что вы все скучали по аксессуарам, которых так раньше было у нас много в Oriflame. И в 12-м каталоге выходит сумка и кошелек-клатч в такой осенней тематике, приятного коричневого охристого оттенка. И эта сумка, я думаю, порадует очень многих. Она с перфорацией, очень удобная. Я сейчас вам покажу поближе эти продукты. Смотрите, как это здорово смотрится. На плече сумку можно носить просто на руке, можно носить за ручку, потому что ее длина позволяет, то что сумка не будет у нас ехать по асфальту. В общем-то, мне очень коллекция понравилась. Сумка такая легкая, невесомая, и кошелечек достаточно удобный. Посмотрим вблизи. Классическая сумка с перфорацией, размер 54 на 45 и дно 15 сантиметров, плотное уверенное дно. Сумка на черных ручках, есть такая интересная, как галстучек, аксессуар. Угу. Так, внутри сумка без подкладки, но есть дополнительная сумочка тканевая на молнии, которую можно снимать, она на клепке, то есть мы можем ее соединить. Здесь сумочка уже без дополнительных карманов, просто как большая тканевая косметичка, в которую можно положить всякие мелочи. Сумка без... сумка на молнии. Ух ты, как здорово, я этого даже сразу не заметила. Так, сумочка закрывается, и получается вот такая сумка. С другой стороны, она просто гладкая. Давайте посмотрим кошелечек. Он достоин особого внимания, потому что его можно использовать и как клатч, такой мини-клатч, кошелек на молнии. Внутри есть отделение для карт, для мелочи, один отсек и один для денег. И на обратной стороне, где нет перфорации, есть вот такой отсек, куда вы можете тоже что-то положить, какую-то мелочь. Он очень приятный в руках, на ощупь, небольшой такой, плоский. И классная молния с ручкой, которая позволяет носить как раз как клатчик. Ну, по-моему, прелесть. Признавайтесь, кто уже присмотрел для себя эту коллекцию и планирует заказать в 12-м каталоге, сделать себе такой подарок. Кстати, для участников выгода плюс, вы можете использовать скидку 50% для покупки аксессуаров. Спасибо всем за внимание. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.